Коллеги, здравствуйте. Рядом со мной Илья Елпанов, компания «Ешь Деревенская». Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Расскажите, вы спикер нашей деловой сессии. Давайте поподробнее. Да, я, собственно, основатель «Ешь Деревенская». Это маркетплейс фермерских продуктов, с фокусом на который качество, маркетинг и логистику. И сегодня я участвую на панельной дискуссии вокруг D2C направления. Буду рассказывать, почему именно нам важен D2C, какие у нас были трудности на пути к нему, почему именно важно создать с клиентом доверие, почему важно собирать и мерить обратную связь. Сразу хочется задать все вопросы, почему же так это важно. Может быть, буквально какие-то тезисы основные. Да, если тезисно, то мы нишевой агрегатор, у нас цена выше, поэтому нам всегда важно доказывать клиенту и показывать добавленную ценность через сервис, через прозрачное происхождение, через доверие. Поэтому мы сразу, как core-продукт, это выстроили такую плотную обратную связь наших поставщиков с нашими клиентами. Через видеоконтент, через различные карточки товаров на сайте, через лайв-стриминг. И вот важно было создать вот эту бесшовную стыковку, чтобы клиент понимал, кто стоит за конкретным продуктом. Ты покупаешь молочко, можешь посмотреть фотографию этой коровки. Ты ешь яички и видишь конкретно курочку, где она живет, как, счастлива ли. Да, абсолютно. Даже перейти по QR-коду, посмотреть, в каких условиях это все выращивается, оставить обратную связь и получить обратную связь от поставщика. Замечательно. Я не вижу каких-то препон и не вижу каких-то проблем, потому что наши люди, конечно, очень сильно относятся к своему здоровью теперь хорошо. Особенные последние года показали, что это очень важно. Поэтому, я думаю, сейчас ваш бизнес наверняка процветает. Абсолютно так. Есть тренд на вот такую health and wellness индустрию, поэтому наша продукция как раз в этом сегменте. Есть запрос на прозрачность, есть запрос на такой entertainment в потреблении, поэтому здесь, конечно, там мы прирастаем каждый год стабильно. Есть, конечно, свои сложности, это вопросы там логистики, как организовать логистику ежедневную от фермы, как организовать контроль качества, как организовать правильное ценовое позиционирование. Но мы видим, что рынок большой, рынок есть, работаем. Расскажите, вот события последних двух месяцев показывают тренд на импортозамещение, но наши фермеры, наши курочки, наши коровки, насколько сильно вас это коснулось? Пока мы видим, что у нас был повышенный спрос на бакалею, то есть люди затаривались впрок. Потом мы видим небольшое снижение по новым клиентам, потому что часть маркетинговых каналов у нас отвалилась, там тот же Facebook, там Instagram. Но в целом мы не видим каких-то сейчас существенных изменений, потому что у нас такой FMCG товар ежедневного спроса. Люди, привыкшие качественно питаться, будут качественно питаться всегда. Поэтому мы пока мы существенной просадки по выручке не видим. В том же марте у нас выручка не просела по отношению к февралю. Надеюсь, так и будет, а выручка будет только расти, и наши люди будут думать о своем здоровье и кушать деревенское. Спасибо большое. Спасибо. Счастливо.